Всем привет, с вами Темный Ниндзя и Мир 4. Так, очередное поручение. Артефакт дракона, созданный людьми. Это относительно новые поручения. Его ввели, когда нам добавили новые шмотки драконьи, вот эти артефакты, которые теперь называются. Вместе с ним появлялись на нескольких локациях миссии рейд на демона. Точно не помню, какое именно надо было выполнить, чтобы оно открылось. Но как бы нажмете на него, вас перекинет на нужный квест, если вы его еще не выполнили, миссию. Вот. Что нам нужно сделать? Нам нужно либо убивать боссов, причем нужно именно, как я понял, наносить смертельный удар. То есть, если с вами будет стоять кто-то и добьет босса, скорее всего, вы не получите самоцвет. Вот. И либо можно выкопать с сундука, но точно так же, там, я не знаю, один кристалл из 10 сундуков, наверное, там, или из 5 выпадет примерно. Вот, то есть, как бы решайте сами, как вы хотите. Можете бить боссов, можете копать сундуки. В любом случае, вы их на это соберете. Вот. Ну, надеюсь, кому-то будет полезно. А с вами был Темный Ниндзя. До новых встреч и пока-пока.